Дорогие мои, всем привет! 28 февраля у нас бы с вами закончился на этом февраль, но високосный год, поэтому завтра, 29 февраля, был на самом деле подарок, подарок небесным. Ну, или тех, кто календарь составлял, но на самом деле это же, да, очень такая удивительная штука. Представьте, раз в 4 года. 29 февраля, и нам у нас есть запасной день. Вот я все время думаю о людях, кто родился 29 февраля. Ну, представляете, отмечать свой день рождения один раз в 4 года. Вообще. Я бы очень расстраивалась. Я очень люблю отмечать свой день рождения. Мне кажется, это прекрасно. Вот. Но, если говорить о магии... Волшебный ли день 29 февраля? Ну, это как посмотреть. Для нас с вами однозначно, потому что все, что является выходящим, вот смотрите, все, что является выходящим за норму событие, оно обладает особой силой. И 29 февраля – это действительно день, который выходит за норму. Да? Он случается всего раз в 4 года. Очень много противоречивой информации про него. Да? Если вы начнете сейчас копаться в интернете, то вы увидите, что где-то написано: «О, ужас, ужас, самый несчастный день в году, самые несчастные люди, кто в него родился». И плохо, плохо, плохо. В основном весь интернет пестрит про это. Очень мало кто говорит про то, что, слушайте, ребята, это же классно, у нас дополнительный день, почему бы не порадоваться. Давайте с вами разберемся. День действительно уникальный. А день действительно, который посвящен трансформации на самом деле. Когда был составлен календарь, юлианский календарь, и был добавлен вот этот самый волшебный високосный день, который уравнял между собой, да, календарное течение. Этот день был посвящен богине смерти. Но богине смерти, у нее есть много разных лиц. Да, мы с вами знакомы с тем самым лицом, которого все человечество боится, собственно говоря, это завершение нашей земной жизни. Но если связывать это с 13-м арканом, да, у нас в Таро с вами есть 13-й аркан, а мы с вами сейчас говорим как тарологи и эзотерики. У нас с вами есть 13-й аркан, это аркан смерть, и мы все его очень не любим, потому что, конечно, когда он появляется в раскладе, он про плохое. Но... у него есть еще один смысл и одно значение, кроме завершения чего-либо печального. Это еще трансформация. Это возможность измениться. Это возможность изменить судьбу и жизнь. Другое дело, что по 13-му аркану это обычно происходит болезненное. Да? Это не просто такие, знаете, классные перемены. Там фига-то ты выиграл джекпот. Хорошая же перемена, если ей правильно распорядиться. Нет, это здесь акцент, да, не на тяжести и печали, акцент на возможности, знаете, проскочить в лазейку. Вот 29 февраля – это шанс, это возможность. Что-то перезапустить заново, изменить. И поэтому, конечно же, 29 февраля мы с вами завтра будем все дружно, я надеюсь, шаманить на то, чтобы, да, изменить свою жизнь к лучшему. Шаманить на то, чтобы, знаете, схватить удачу за хвост. И поэтому объявляем завтрашний день днем колеса фортуны. Завтра кладем колесо фортуны и посвящаем день ему. Да, вы можете прям из всех колод, которые у вас есть, выложить колеса фортуны. Пусть колес фортуны будет много. Поставить на них свечи белые, голубые, церковные, да, если у вас нет цветных. И просто призвать вот эту удачу, да, призвать вот этот вот, знаете, подаренную секунду нам небесами, призвать ее всю свою жизнь и сделать ее своим парусником.
Так что завтра еще раз объявляем день колеса фортуны. Причем не надо никаких желаний просить. Знаете, сразу же хочется, блин, так это же я могу какие-то желания попросить. Не надо просить никаких желаний. Доверьтесь небу. Попросите у неба, чтобы, да, вот, знаете, как это положено высшими силами. Пусть, да, моя жизнь, я не знаю, там, наладится. Я, да, прошу легкости, я прошу удачи. Я прошу надежды, и я прошу вот перемены. Естественно, надо все-таки как-то намекнуть высшим силам, какой вы хотите перемены, да, чтобы, знаете, сделать хотел утюг, слон получился вдруг, чтобы все-таки это было то, чего вам действительно хочется. Откройте небу свою душу, откройте небу свой основной запрос души, то, о чем вы действительно мечтаете, о своем действительно истинном желании, о той самой перемене, которую вы действительно жаждете, по-настоящему хотите. Так что завтра колесо фортуны, белые, голубые свечи, и говорим небу: здравствуй, спасибо тебе, и подари мне вот это самое колесо фортуны. Все, готовимся.